Так это у нас Марс. Час 17 по Киеву, 8 июля 2020 год. А вот это у нас летит МКС. Чем же еще заняться сейчас ночью? Как не съемками МКС. То есть вот Марс внизу, а вверху МКС. На Марс сейчас еще отдельно наведемся. Какое-то чудо у нас астрономическое. Вчера снял утром МКС. В 1 градусе от Луны пролетающей. Просто в 1 кадре серп Луны помещался МКС. А сейчас было облачно, я уже дрыхнуть лег. Не надеюсь ничего не снимать. А вот смотрю, разведнелось, и придется мне сейчас опять выбираться за Харьков. И снимать продолжение парада планеты. Парада планет. Никуда не денешься. 2 дня обещают нам дожди, так что используем эти пару часиков до смены, до работы. Так, сейчас еще Луну снимем. А, обещал же Марс. Да, неожиданно. Сплошная облачность была. Сейчас лютый ветер какой-то поднялся. Можно он облачка и развеял. Надеюсь, куда-нибудь в посадку заберусь подальше от лютого ветра. Ну вот и Марс. 116 миллионов километров до него. Сейчас резкость попробую. Не надо было пробовать. Ну, в общем, только ради фиксации. Вот Марс. Порассматриваем, может, его, когда буду за городом. Сейчас покажу Луну. Если не споткнусь ни обо что, на балконе в темноте. Ну вот и на Луну слетали. Ну, ребята, это с рук. Так что, когда мне кто-то предъявляет, говорит, о, как хорошо, что летучая мышь пролетела на фоне Луны. На фоне Луны, ребята. Они на Луне, как некоторые пишут. Да, когда кто-то предъявляет претензии, что дрожат руки, так это на штативе так фотоаппарат дрожит от колебания. Ветер порыв, а руками снимать. Объекты, находящиеся в 150 миллиардах, в 1,5 миллиардах километрах, как Сатурн. Это просто. Ну, вот я сейчас с рук попробую снять через окуляр. И даже прислонившись к раме Марс, насколько это получится. Вот это сейчас не со штатива, а с рук. Ну, я говорю, это все равно, что консоль получается такая, как будто
10-метровой удочкой пытаешься в замочную скважину попасть, держа удочку ногой. Ладушки, поехал я за окружную.